Кадровое назначение. Коллективу управления образования Западно-Казахстанской области представлен новый руководитель. Заместитель акима области Сереки Гизбаев озвучил согласованное с Министерством образования и науки Республики Казахстан решение акима области Гали Искалиева о назначении на должность Айгуль Мунбаевой. С должности руководителя управления по развитию языков она переведена в ротационном порядке. Айгуль Мунбаева ранее занимала должность руководителя управления по развитию языков, уйдя на новую должность именно из системы образования. Решение акима области вернуть на этот пост основывалось на опыте, умении ладить с людьми, хорошей осведомленности всех направлений сферы образования, умении быть мобильной в условиях новой реальности. Сегодня это очень важное качество. Сегодня в сфере образования существует несколько проблем. В частности, на повестке дня обеспечение школ качественным интернетом и компьютерами. Эту задачу мы будем решать вместе. Сегодня нужно думать о том, как начать следующий учебный год, как организовать безопасность детей. Нужно готовить молодых специалистов. Коллектив должен сосредоточиться на новых достижениях. Это первое поручение, данное вам руководителем региона. Успехов! Коллектив хорошо знаком с Айгуль Мунбаевой и помнит ее как опытного руководителя, поэтому новость о ее возвращении воспринял позитивно. Айгуль Адильгериевна поблагодарила за оказанное доверие, подчеркнув, что вместе с коллективом будет выполнять поставленные задачи. Благодарю за оказанное доверие. Это большая ответственность, и приложу все свои знания и опыт для выполнения задач, поставленных президентом страны. Коллектив мне хорошо знаком, так что мы вместе будем работать для достижения качественных результатов. Заместитель акима области пожелал новому руководителю и коллективу управления образования региона успехов в выполнении всех государственных программ, нацеленных на получение качественного образования в стране. Екатерина Шмидрустем-Ищанов, Аида Сагидулла, телеканал Акжаик.